Малевич никогда не пытался подчинить свои картины какой-то сюжетной идее. Так и в работе «Спортсмены» еще одно часто встречающееся название – «Атлеты». Главенствующим оказывается цветовая композиция, строгость форм и симметрия. Практически идентичные персонажи стоят в одинаковых позах и различаются лишь цветом одежды. Художник нанес краску широкими вертикальными мазками, сделав изображенные человеческие фигуры абсолютно плоскими. Они чем-то напоминают мишени, ждущие выстрела. Единственные элементы, сохранившие объем – кисти рук. Человек в этой картине выступает не как личность, а как абстрактная сущность, которая в контексте искусства не зависит ни от индивидуальности зрителя, ни от восприятия самого художника. О чистой идее говорит и бездонная белизна заднего плана.